Сейчас, вижу. ПЗРКшник рядом еще один. Вижу. Технику. Рядом, ПЗРКшник рядом у нас. Прямой. Развернулся неудачно. Ориентировочно тут, Викер, смотри. Колесит. Живой. Вот точно дал метку. БМП? Это чё? Это она работает сейчас. БМП? Точную метку. Да. Точная метка на ней. Ну, просто не башт. Вык, это метка, ты пацан на врага, что ли? Так. Да. О, она работает, прям видно. Поставили метку уже недалеко от нас. Наблюдаю, могу Кирпеш работать. Кирпеш керится или работать? Могу работать, азимут от меня 273, ровно на горочке. Ну, на слоте. Васаби, ты можешь нет? работать. Где ты? Ты наш ПЗРКшник. Я уезжаю, попали. Хорошо, он проезжает дальше. А мне попали. Целый? Да, желтенький, нужно уезжать. Вазик спустил, а мы с собой уездили. Ну вот с юга я же поставил метку дырку зырка. Бокс на метке. Актер живой? Тут работала вертушка, его проверить бы. Ну, вертушка рядышком. Айзер, ты же видел, что я не проверил. У меня рядом, может быть, стреляют по васаби. Васаби же? Да, я уехал. Примерно метку поставил, где пока их не вижу. Там вон еще кусты упавшие. А ты ползаешь под кустом? Нет, я не ползаю. Так, кто-то вижу на западе под кустом тут ползает. Все, остановился. Борис? Борис. Его отработали, да. По нему стреляли, я слышал там выстрелы. С его метки где-то. У нас враг запад. Хорошо. Бегут на выстрелы. Я сяга нашел, метров 200. Морис минус. Сдвиг сделаем, сдвиг сделаем. Походим на сдвиг. Там-то он актуальный? Mm-hmm. Я вижу врага. Да, тоже вижу. Две елочки. Mm-hmm. В нашем лесу? Да, наш лес запад. Там лесополоса такая. Как выйдет, я в него попал. Да. Он кого-то убил на стрелке. Далеко я что-то от тебя. Там же еще айдар. Вот саби запад, я могу прийти уже скоро. Я наблюдаю запад, я не вижу, иди под себя. Файтер. Живой. Бокс. Живой. Шайтан, живой? Угу. А васаби живой? Да. Ты же ДВшку убил, Айдар? Я не видел, я просто вижу, что он тоже торчал с кустика. А там своих не должно быть. Я бэху вижу, бэх по северу, ровно по северу, далеко бэх. Угу, на плотине есть пачки. Обходит. Обновил на них метку.
там сарайчик такой там серый. Нагнувшийся еще идет вдоль дороги там. За дорогой холмики какие-то бегают. Я пока не... Наших нету? Наших нет. Нет. Все, понял. Миномет сказал, что будет работать. Я отступил чуть. Я нарисовал, как я дорогу вижу. Мы все еще на месте. Нам через дорогу. Сейчас была СВД с запада выстрел. Айдар живой? Айдар? Там где-то передо мной. Файдер, дай страхуй сейчас. Ранен! Хера себе. Это уже севера. Так, съебывать пора, я понял. Он тут все простреливает. С севера прям? А с севера прям передо мной, прям над лобешником пролетело шайтана. Сознание потерять. Без ноги. По мне. По мне стреляют. Так вы керок, я спускаюсь, короче. Это не 31-й? Что, там живой? Да. Я вижу, как какой-то тип в этом, блин, там в адидасах лутает нашего союзника мертвого. Ведь медики хотя бы могут в наш лес приехать? Не на чем. Как так-то? Что, все машины разобрали? Угу. Молодцы, блин. 8, которую ты проезжал мимо нас, она кастанин запаркованный тупо во дворе. Где? Ну, наверное, я предполагаю, где он. Сусанови на горе? Нет, по ЗРКш не катается, вы знаете. Нихуя он низко идет. Контакт на северо-востоке от дороги Тусан. Трев! Мина сработала. Кто там, блин? Бля, ну тут джинсов, где уже пацаны бегают свои, блядь. На севере. Там да, сейчас мина убила врага. 293-я высота. Понято. Да, ну вот это все чистенько. Север нет, просто вот на высотку, то есть не встретить, стоит идти. Алива чистая, да? Блять, передо мной ползут.
Блядь, меня ранили. Сука, ей тупи меня еще. Живой? Блядь. Блядь. Где эта сука? С какого окна она стреляла? Из ДВЛ. Он... А, я где-то рядом с тобой. Че, можешь маленько починить? На юге? Угу. Я их вижу отсюда. А, хорошо. У меня контакт. С севера. Один минус. А вам видно мой лес? Да, я вижу лес. Можешь посмотреть, тут у меня два трупа должно быть. Один враг, один союзник с РПГ-7. В ёлках или где? Не в ёлках. А там, по-моему, не семёрка. Вот правее, ниже тебя. Направь меня, возможно, живой. Ниже не. Ещё ниже? Белый становится свой. Прям на окраине. Бля! Вот и помогай людям. Он 340, 330. А, вижу. Заметила меня сволочь. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.